Всем привет! Так, ну что, сегодня будем испытывать этот новый Эрган Матадор R3M. Он из коробки, можно так сказать, без всяких тюнингов. Правда, сегодня погода не очень благоприятствует, ветер сильный. Но все равно попробуем отстрелять, а то я уже купил около месяца, лежит. Так, ну что, пробуем. Вот такой у нас барабанчик. Вставляем. Попробуем дослать пульку. Так. Что, первый выстрел? Я там сделал мишень и сделал пока бумажку. Я даже не пристреливал еще прицел. Вот попробуем сейчас сделать первый выстрел. Посмотрим, что из этого получится. Как маленько непривычно. Стреляй. Такой первый выстрел. Сейчас пойду посмотрю, тогда пристреляю мишень, и тогда уже, вернее, бумажку эту, а потом уже попробую по мишени пострелять. Так, ну вот первый выстрел сделал, посмотрел, ушел чуть выше, но и так вот маленько первое впечатление расскажу. Конечно, вообще классно стреляет, очень мягко, даже не чувствуется никакой отдачи. Вот я до этого стрелял из кроссмановской пневматики. Вот. Там отдача, конечно, вообще ужас. Так, ну что, попробуем сейчас еще. Кстати, барабанчик крутится нормально. Вот до этого на форуме там была проблема у одного пользователя. У него не крутился вот этот барабанчик через одну пульку. У меня вроде все нормально. Фу, пока. Сейчас попробуем сделать второй выстрел. И уже тогда подкручу оптику. Вот сейчас я вижу, что летит чуть выше. Попробую подрегулировать прицел. И тогда уже еще постреляем. Так, чуть-чуть ниже опустил я вертикальную линию. Сейчас попробуем еще сделать выстрел. Что-то такое ощущение, что все равно выше уходит. Сейчас еще раз попробую. Да. Нет, выше стреляет. Что-то вообще выше уходит. Сейчас попробую еще подрегулировать. Заводится очень хорошо, мягко. Никаких усилий я сильно не дергаю. То есть все делаю плавно, спокойно. Схожу, посмотрю, что-то не вижу даже. Еще раз попробуем. Так, ну вот отстрелял два барабанчика. Ветер сильный, вообще бумагу попадаю, то есть в лист А4, но пристрелять вообще очень сложно. Прицел сейчас таким ветром, но сейчас пока стихло. Сейчас еще попробую. Иди.
сейчас стреляю, вот лист у меня бумаги около 30 метров. И дальше вот еще там у меня есть на 50 метров мишени. По-моему, попал в бутылку, в банку сейчас схожу, посмотрю. Один. Вот. А, ну вот на 50 метров в банку попал с таким ветром. Ветер, конечно, вообще ужасный сегодня. Сейчас вот еще попробую. Ты что, дура, на меня-то ваш? Ты что льешь-то? Я пить не надо, на меня плевает. Что это? Даже эту бумагу сносит, которую вот сейчас там прикрепил. Не так, конечно, просто первые пострелушки такие, первые впечатления, чтобы сложились о стрельбе. Ну, стреляет вообще, конечно, мягко, взвод тоже мягкий очень, то есть вообще никаких нареканий каких-то вообще нет. Все отлично, все работает как часы. Вот единственное, конечно, надо пристрелять без ветра оптику. Эта мишенька у меня висела на 50 метров, ну вот краешком попала кое-что, ну вот так вот, и то она у меня висела, ее загибала туда-сюда, и вот на 50 метров тоже вот такая вот банка, видно, не видно вот отверстие. Последняя пулька. Сейчас повесил металлическую такую штуку там. Все, отстрелял все магазинчики. Так, ну вот, покажу сейчас. Вот это мы стреляли раньше 4,5, а это вот сейчас 5,5 калибр, как вы видите, да? Вот так вот. Так, ну все, отстрелку закончил на сегодня. Когда ветра не будет, уже тогда выберемся опять на природу пострелять. Сейчас будем мясо жарить, шашлычок. И все. Давление сколько осталось у меня после отстрела 4 барабанчиков. Сейчас иду тут на речушку, такую у нас небольшая речка на огороде.
Ну вот еще маленько хочу поделиться впечатлениями после стрельбы. Не, ну в принципе все нормально стреляет, замечаний нету, все работает. Не до поворотов барабанчика не было, потому что опять же, вот я говорил, там на форуме была у одного проблема там с одной деталькой, были не до поворота барабана. И плюс еще тугой взвод. Взвод вообще мягкий очень. То есть здесь вообще никаких проблем не было. Ну, то, что из-за ветра, конечно, вообще никакой сейчас пристрелки тут не пристрелять. То есть стреляешь вроде сначала в одну точку, а ветер подул, то она уже в другую точку уже стреляет. То есть вообще никак. Ну, в общем-то, когда ветра не будет, уже буду пристреливать ее. Ну вот, хотел брать насос, но мне посоветовали вот взять, наверное, все-таки баллон. Потому что с насоса все-таки даже с осушителем он попадает конденсат в резервуар винта. Вот сейчас пришел на речку, посмотрим. А вы что, тут тоже ходите? Да. И что тут? Ой, там отклеивали практически все. Тут какая-то запруда. Бобров не видно? Да, вот я и смотрю. Смотри, а здесь видели, что-то нарыл кто-то? Это четверо. А где плотина, покажите? Где плотина? Ну да, здесь что-то запруда какая-то, я да? Вот, видите, какая плотина? Ага. Смотрите, ну это прошлогодний, наверное. Да, смотри, хорошо, я сейчас посмотрю речку еще тут. Воды опять мало, в этом году все сухо, сами видите, вон трава сухая, вода есть, но мало. Вот в том году также было, а в позате года вот полностью полная тут вот эта вот вся речка, тут чуть ли из берегов уходила. Красиво как. Вот здесь тоже утки, кстати, бывают. Как-нибудь приходишь, тут утки взлетают прям с этой речушки. Вот тут вот утки были. Когда? Ну и здесь. Нет, были, да. Как... Вот здесь, да? Да. Он, кстати, глубокий. Да, там караси живут в нем. Мне интересно было там на лодке бы. Ну, на лодке тут не расплаваешься особо. Вот здесь тоже нора, смотрите, вон, видите? Вот здесь тоже. Лягушка огромная. Да лягушек полно уже, я видел. Горка для лягушек. Она туда прям скатила. Это аттракцион для лягушек. Мы еще хотим вот на такую. Ну, вот такая вот речка у нас. Ходите только аккуратно. Смотрите, змеи могут быть сейчас. Сухо. 11 апреля. Погода сегодня теплая, но ветер, конечно. По градусам где-то плюс 15. А ветер, я не знаю, до 7 метров в секунду. Порывы ветра. Пулю сдувает, аж вот стрелял когда. Сейчас у нас жарится там мяско. Поедим шашлычок. Вот такое, как открытие у нас сезона на природе сегодня. И пострелял немножко. И вот поддохнем на свежем воздухе, подышим свежим воздухом. Вот здесь сейчас остатки дожариваем. Осталась курица. Вот, а стрелял я отсюда сегодня, вот здесь сидел, и вот в ту сторону, 50 метров, вот палка, видите, вот эта такая, на ней тоже была банка, ровно 50 метров отсюда. Ну что, вечер подходит к концу, вот снимаю уже тут под конец, вот такую речку нашу. Сейчас уже вечереет. Ветер, кстати, не стихает. Вот так же все дует. Вода чистая какая.
Вот в той стороне там есть лесное озеро большое, там бобры живут. Ну, в том году, наверное, даже меньше, наверное, было. В этом году хоть что-то еще течет. Ключ какой-то, да? Вот такая вот у нас природа здесь. Вот мой ганчик стоит. На этом видео уже заканчиваю. Потом смонтирую и выложу тогда.